Всем добрый вечер. Мои зрители знают, что я время от времени дарю им ритуалы, заговоры свои семейные. Поскольку у меня прабабушка была армянка, естественно, я эти заговоры перевожу на русский язык и стараюсь приблизить к западному зрителю. Естественно, что-то добавляю от себя, потому что для того, чтобы оно получилось как бы красиво, более-менее в стихотворном таком варианте, чтобы заговор был такой складный, мне приходится что-то добавлять, в общем, перевести на свой лад. Но от этого совершенно сила этого заговора не пропадает, поэтому я хочу вам подарить заговор на деньги моей прабабушки. Нужно вам будет взять бокал или стакан, или чашку с водой, без разницы. Постарайтесь, чтобы там или была прозрачная рюмка или чашка, или чтобы там не было особо таких картин, рисунков и так далее. Вам нужна будет белая свеча. Черный я это ставлю обычно для себя, как освещение. Я работаю с черными свечами, как правило. Белая свеча, стакан воды. Алтарь тут не обязателен. Просто можете поставить на стол, зажечь свечу и прочитать. Это можно делать часто. Как правило, после этого, через некоторое время, может, даже через день, через два, обязательно какая-то сумма у вас появляется. Либо сумма, которая у вас есть, хватает на все, что вы хотели в ближайшее время приобрести. Читать нужно 7 раз. Постарайтесь так, чтобы ваши губы просто были вот сверху так, когда будете шептать, чтобы дыхание касалось воды. Читать 7 раз, выпить воду и потушить свечу. Я сейчас, конечно, просто прочитаю, как бы подарю вам этот заговор. А как это совершить, я уже вам объяснила. Вы все знаете, что вода имеет особенность и очищать. Вода имеет память. Вода может нам вернуть то, чем мы зарядим эту воду. Поэтому начитание на воду, оно, в принципе, имеет очень такой большой эффект, как правило. Если в данном случае все сделаете правильно, то успех вам гарантирован. Итак, 7 раз, вот держа стакан, ближе к своим устам. Прочитать, выпить воду, потушить свечу. Все. Итак, начнем. Под высокой горой течет священная река, омывает серебряная река свои золотые берега. Богиня Верховная по берегу ходила, реке священные слова говорила. Священная река, смой свои берега и с ваше имя. Безденежье смой. А я заклинаю священной водой. Не идет рыба против воды, денежная сила против меня не иди. А мне на руки приди. Течет река в море, а деньги текут мне в карман. И на заре, и днем, и вечером, и ночью, и всякий день, и всякий час. Да будет помнить удача про нас. Река в море, а деньги в мой карман. Ключ, замок, язык. Аминь. 7 раз читаем, выпиваем воду и тушим свечу. Всем удачи!